Ван Гог, Ренуар, Писаро у Могилеве. Мастацко-адукационный проект «Свет импрессионизма», представленный у выставочной зале Музея истории Могилева. У экспозиции выставлены репродукции со знакомитых полотнов, выполненные у максимально наближенной до стилю майстру манеры. Знакомитая «Зорная ночь» Ван Гога и его ж «Слонечники». Сярод репродукции 25 полотнов. Побач, Ренуар, Сезан, Писаро, Гоген. У свой час импрессионисты сделали соправдный прорыв у эмоциональном воспринятии новоколя и адлюстрации. Устраивание его с допомогой фарбов. Революционными у выявленшем мастерстве стали их знакомитые эксперименты с колером. Такий мастерско-адукационный проект реализованы у Могилеве у першиню.